Доклад Совбеза Нидерландов о причинах катастрофы малазийского Боинга над Украиной будет изучен в ООН. По словам представителя генерального секретаря этой организации, любые усилия по установлению ответственности за происшедшее – это шаг в направлении обеспечения правосудия. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в штаб-квартире ООН о виновности России. «Мы найдем способы как для того, чтобы получить возможность привлечь к суду физических лиц, так и для того, чтобы со всей очевидностью доказать, что Россия является государством, спонсором терроризма». Уголовным расследованием гибели лайнера занимается группа следователей Австралии, Бельгии, Нидерландов, Малайзии и Украины. По словам ее главы, виновные в катастрофе могут быть названы не раньше 2016 года.